Здравствуйте, дамы и господа. Мы сейчас находимся на конференции в Алмате, в Казахстане. KSL Eurasian Mobile Summit 2023. Со мной сегодня господин Данияр Ашабеков. Господин Ашабеков, пожалуйста, расскажите, что вы здесь делаете? Вы являетесь спикером на этой конференции. Какова тема вашего выступления сегодня? Здравствуйте. Вот мы в основном занимаемся строительствами сетей, где труднодоступные места, которые большие операторы, как бы, скажем, очень сложно дойти. Мы принимаем быстрое решение и дешевое. То есть в населенных пунктах вот, стараемся подключить людям, дать сеть, связь. Это как более минимальный затрат денег. А как называется ваша компания? Наша компания называется Level 2. Он является в городе Алматы, работаем уже протяженности 5 лет. У нас есть вот этот период уже как бы много уже абонентов, клиентов своих по территории, я сказал бы даже по территории Республики Казахстан. С точки зрения такого самого распространенного клиента, которого бы вы желали, кто он, кто этот клиент? Вы не могли бы немножко дать этот таргет? Вот у нас есть Восточная Казахстанская область, там есть один наш клиент, они раньше обращались к операторам сотовой связи, который очень дорого выставлялся счет, и потом со временем обратились к нам, мы подключили уже протяженности 2 лет, они работают. Это клиент является месторождением. Интересно, то есть все-таки это юридические лица, да, компании? Это юридическое, да, это юридические лица, месторождение, которое работает около 500 человек на данной базе. И сейчас мы уже 2 года они с нами работают, но в принципе все они довольны. До этого хоть у них даже интернета не было, были спутниковые связи, которые дают очень мало скорость, которой, естественно, им не хватает. Ну, максимум только для руководства, там, бухгалтерии, там, отправлять для отчетности и такой был. Ну, а сейчас, в принципе, уже все сотрудники пользуются и, как говорится, все довольны. Ну, вот тот интернет, который вы предоставляете для таких вот компаний, это вот интернет, который они могут использовать, ну, в любых случаях, да? То есть они могут смотреть какое-то видео, либо еще что-то в этом роде. То есть он высокоскоростной? Да, совершенно верно. Он высокоскоростной интернет, он в любой видео, даже видеоконференции, видеозвонки, можно конференц-холлы проводить. Ну, сейчас используются люди спокойно, довольные. Господин Ашабеков, я благодарю вас за ваше время. Спасибо большое, что уделили нам. И я надеюсь, мы с вами еще встретимся и побеседуем. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.